Всем привет! Сегодня 12 февраля, без 15:05 вечера, 7 градусов тепла. Вот, приехала, очень радуюсь солнышку, земля сухая до жути, ночью заморозки, вот капусты такие, вот в таком состоянии они. Ну, только вот эти капусты почему-то, не знаю, вот там нормально. Да, вроде как ничего. Вот, что я хотела показать. А, во-первых, цветочек, который я в прошлый раз посадила. Как ему там хорошо. А вот я еще им привезла кормушку птичкам. Это та, которая у меня была на балконе. А они зернышки эти крупные не едят, мелкие птички. Ну, здесь, может быть, съедят. Прерывается у меня постоянная... Видео, не знаю почему. Вот, значит, роза, рождественская морозник. Это тоже хорошо себя чувствует. Ну, соответственно, азалия как-то хиленько зацветает. То, что тут все полила, это у меня распускается. Как же их, господи. Ну, вот эти цветочки, где-то тут я их тоже сажала. В общем, такая красота. Вокруг кедра. Я тут выстраиваю. У меня дерево памяти всех ушедших, умерших и все остальное. И вокруг него цветы памяти. Такой у меня будет комплекс садовый, памятный. Сейчас еще хотела в тазике в этом показать вереск, который я посадила. Он у меня, по-моему, будет там хорошо себя чувствовать лучше, чем в земле. Может, корни даст. По крайней мере, я туда воду подливаю. И она тут среда питательная, благодаря вот этим вот растениям, которые уже не первый тут год, второй или третий уже. Вот, зацветает вереск, несмотря на то, что это просто веточки отломившиеся. Я думаю, может, корни даст даже. Летом надо вот всю воду доливать, а потом можно осенью посадить. Ну, это если все хорошо будет, конечно. Ну, в общем, вот так он красивенько смотрится пока что. Все. Буду сейчас что-нибудь делать по-быстрому, потому что уже меньше часа осталось, не пропустить автобус раз в час. Все, всем пока.